Продолжим наш курс. Ну и, во-первых, я хочу рассмотреть пару примеров фермионной динамики, ну, по следам предыдущего занятия. Ну, в частности, вот первый пример, который я хочу рассмотреть, это случай унитарной динамики. Гамма равна нулю. Тогда, ну, вот решая те уравнения, которые там были написаны, я не помню, я для матрицы D писал и для матрицы А, наверное, писал. Ну, если что, матрица А — это просто антисимметричная часть матрицы D. Вот для матрицы А получится вот такая динамика. Ну и это, на самом деле, можно альтернативным образом из нашей леммы, которая нам позволяет обкладывать экспонентами квадратичные формы, получить. Что несколько более интересно, это случай классического резервуара, когда гамма равно гамма транспонированная. Вот в случае бозонов у нас вот этот неоднородный член в уравнении Ляпунова для матрицы ковариаций имел вид, ну, что-то типа g гамма плюс гамма транспонированная пополам g. Поэтому у нас обнулялись члены в экспонентах, соответствующие затуханию, о чем я говорил на позапрошлом занятии. А вот этот член все равно неоднородность оставалась. А вот здесь у нас наоборот. В случае фермионов стоит член типа гамма минус гамма транспонированная пополам в неоднородности. В результате в этом случае у нас эта неоднородность обнулится и получится похожая на свободную динамику даже при наличии диссипации, но если она порождена классическим резервуаром. Такое получится выражение. Ну и последний пример, который тут можно, ну, я бы хотел рассмотреть, это одномодовая положительная полугруппа на гауссовских состояниях. Ну, в общем, просто рассмотрим общий случай гаммы, случай n равно единице. Случай n равно единице. И гамму положим равной дельта на гамма 1, на гамма 2 и дельта с чертой. Ну это вот как у нас было в случае сжатого резервуара в домашнем задании, которое предлагалось несколько занятий назад. Гамма 1, гамма 2 здесь вещественные числа, а дельта это комплексное число. Так вот. Вот оказывается, можно, опять-таки, точно так же, как мы в случае бозонной динамики рассматривали примеры не только лимбладовской динамики, но и динамики, которая переводят гауссовские матрицы плотности в гауссовские матрицы плотности, и тут изучить вот такую ситуацию. Ну и понять, чем выделена лимбладовская динамика. Вот оказывается, что у нас вот так необходимые и достаточные условия того, что такая динамика переводит гауссовские матрицы плотности, это такое: гамма 1 больше равна нуля и гамма 2 больше равна нуля. Очевидно, что это более слабое условие, чем условие лимбладовости, которое в данном случае, ну,
В общем случае у нас во всех наших квадратичных примерах с квадратичными генераторами выглядит так. Ну, действительно, гамма на Е — это дельта гамма 1, гамма 2 на дельта с чертой на 0, 1, 1, 0. Поэтому перемножаем, получаем гамма 1. Вот так вот получаем дельта, дельта сопряженная гамма 2. Ну и понятно, что вот такие условия необходимы для положительности вот такой матрицы, но достаточным условием, чтобы они были достаточными, нужно еще добавить по критерию Сильвестра. По критерию Сильвестра мы должны добавить еще условия гамма 1, гамма 2, ну то есть, чтобы определитель данной матрицы положителен. Меньше кратия, больше равно нулю. Вот. И это будет условие линбладовости. Ну, напомню, что критерий Сильвестра для, вот когда здесь не строгая положительность, а больше и равно, требует положительности всех диагональных миноров, а не только возрастающих. То есть вот если бы мы требовали строго больше нуля, нам достаточно было проверить вот такой минор и вот такой минор. А если мы хотим больше равно проверять, то нужно и такой, и такой, и такой тоже. Ну, примером является вот такая матрица 0, 0, 1, 0. Она, у нее вот этот минор 0, определитель вот этой подматрицы 0, и вот этой, и всей матрицы определитель 0. При этом очевидно, что она ну, вот так вот поставим. Вот, тогда вот эти два определителя нулевые, при этом матрица отрицательно определена. Вот, поэтому здесь нужно проверять вот эти все три условия, если мы хотим гамма Е больше равно нулю проверить. Вот, то есть вот это дополнительное условие, которое выделяет именно линбладовскую динамику. Ну и для простоты можно взять такой, ну, чтобы привести пример, что вот такой вот динамики, переводящей матрицы плотности в матрицы плотности, но не являющейся ну, вполне положительной, ну, линбладовской динамикой. Возьмем h равно нулю и положим гамма 1 равно гамма 2 равно нулю. Тогда вот эти условия, очевидно, выполнены, а здесь получится минус дельта в квадрате будет меньше равно, ну, строго, ну, при дельта не равном нулю, будет дельта строго меньше нуля. Вот этот вот определитель, который мы здесь посчитали. Поэтому это будет динамика, переводящая матрицы плотности в матрицы плотности, но она уже не будет линбладовской. Ну и тогда можно явно написать, вот гамма будет иметь вот такой вид, очевидно. А динамика, ну вот, я не буду слишком подробно это расписывать. Я через вот нашу функцию gt запишу, где gt, я уже явно выпишу. Это будут всякие чосинусы и шинусы. Чосинус. Вот так. Минус дельта шинус модуль t минус дельта сопряженная делить на модуль дельта шинус и наконец чосинус. Косинус
Ну, вот такой пример явной динамики. Можно потом подставить и явно проверить, просто что она вот на этом частном примере, что она переводит вот корректные матрицы антиковариаций в матрицы антиковариаций. Ну, то есть для них А плюс Е пополам на Е. Должно быть больше или равно нуля. Это можно проверить. Ну и вот такой явный пример. Это вот такой аналог того, что было в прошлый раз рассмотрено для бозонов. Примера, который был рассмотрен для бозонов. Что еще? Ну и вопросы такой, что ли, устойчивости, то есть стремление и нестремление к равновесию. Ну, как бозонных, так и фермионных систем у нас оставались. Вот я вернусь к бозонам и поговорю про них. Вот. Ну вот, для бозона еще полезно тем, что я начну с динамики первых моментов. Вот у нас уравнение в целом имеет вот такой вид. Мне сейчас даже, это просто линейное уравнение общего вида, и мне сейчас даже не очень будет интересно, как именно устроена матрица B пока. А именно, вот для начала попытаемся понять, как может себя вести на бесконечности такое решение такого уравнения. Ну, понятно, что вот решение его явное. В принципе, у нас, когда мы уравнение для вектора Блоха и обобщенного вектора Блоха в предыдущем семестре, у нас такого типа выражения встречались, когда мы рассматривали уравнение для вектора Блоха. Вот. Вот так оно выглядит. Если B не вырожденное, но даже если вырожденное, вот эту штуку можно определить через ряд. Понятно, что любая матрица имеет, для простоты будем считать для начала, что матрица диагонализуема. Тогда она будет иметь вид такой e в степени лямбда 1 t на e в степени какая-то лямбда. Ну, если у нас 2n размерность матрицы, давайте 2n t. Ну, а здесь l на l в минус 1. Ну, для простоты пусть она диагонализуема. Ну и понятно, что если мы хотим, чтобы эта экспонента затухала, нам нужно потребовать, если мы хотим стремление этой штуки к нулю, мы должны потребовать, чтобы вещественные части лямбда итых были меньше, строго меньше нуля. Тогда и только тогда оно будет стремиться к нулю. Соответственно, опять-таки хочу подчеркнуть, что тогда и только тогда. То есть, если бы были какие-то нулевые собственные значения, то вот эта штука бы выходила на константы, и тогда мы могли бы подобрать такие начальные условия, что здесь бы ничего не затухало.
а здесь было бы не единственное решение. Ну, то есть, ладно, это я чуть попозже поясню. Ну, а если бы они были, если было бы лямбда, которая строго, вещественная часть которого строго больше нуля, то у нас заведомо на каких-то начальных данных у нас был бы экспоненциальный рост. Экспоненциальный рост уж точно никак не дружит к выходам на стационарное состояние. Ну вот поэтому нам нужно требовать, чтобы ре лямбда было меньше равно нуля. Если ре лямбда меньше равно нуля, вот так вот происходит вот такое стремление, мы получаем, что m t при t стремящемся к бесконечности, вот эта штука обнулится, и вот эта штука обнулится, получится минус 1 делить на b на f. Что такое 1 делить на b делить на f? Это очевидно решение вот уравнения bm стационарное плюс f равно нулю. Ну то есть, если вещественные числа лямбда итах больше, меньше нуля, тогда у нас на бесконечности происходит выход на стационарное состояние. Ну и это то самое стационарное состояние, которое можно, обнулив здесь производную, посчитать. Чем плох случай все-таки, когда какие-то лямбдаиты равны нулю? Ну, этот случай соответствует тому, что есть какие-то такие, такой вектор, ну какой-нибудь, давайте, m со звездочкой, который обладает тем условием, что b на m со звездочкой равно нулю. Тогда получится, что b, если у нас есть какое-то стационарное значение, то есть решение уравнения bm стационарное плюс f равно нулю, то мы можем, то m стационарное плюс m со звездочкой тоже будет стационарным значением. И пусть за счет этого у нас понятно, что если у нас не будет такого универсального стремления к одному и тому же стационарному значению. Ну, просто мы можем стартовать вот с m стационарного и m стационарное плюс m со звездочкой. И тогда заведомо эволюция будет в каждый момент времени m стационарного будет все время константа m стационарного, а здесь тоже будет константа m стационарная плюс m со звездочкой. Поэтому если мы требуем, чтобы у нас вот это вот предельное распределение не зависело от выбора начальных условий, то мы должны тоже случай, когда вещественные числа лямбдаиты равны нулю, тоже отбросить. Вот, поэтому, чтобы такое универсальное, независимое от начальных распределения состояло, от начального распределения стационарное решение, чтобы у нас независимо от начального состояния был выход на одно и то же стационарное решение, необходимо и достаточно вот для этого уравнения, чтобы ре лямбда и т были строго меньше нуля. Дальше что еще нужно обсудить? Что фактически уравнение Липунова, оно точно такое же, особенно, ну вот мы его так писали. Ну я здесь, чтобы было похоже, вот это вот g гамма транспонированное плюс гамма пополам на g, напишу как f равно нулю. Ну вот, а если мы перепишем вот таких вот, выстраивая матрицы в столбцы, то вообще аналогия станет полной. То есть мы можем записать вот так вот, d по dt, b тензорно на единицу, плюс и тензорно на b. Плюс
равно нулю. То есть это ровно такая же линейная система. И здесь ситуация будет точно такая же. Для вторых моментов, чтобы у нас существовало стационарное состояние, нам нужно потребовать теперь, чтобы спектр b со звездочкой b тензорно на единицу плюс единица тензорно на b. Вот этот вот спектр был его, опять-таки, вещественные части элементов спектра были все строго меньше нуля. Вот и все. И на самом деле анализ наличия или отсутствия стационарных решений, не зависящих от начального состояния, сводится к тому, что нужно просто найти, понять, как спектр вот такой матрицы B тензорно на единицу плюс единица тензорно на B связан со спектром матрицы B, потому что фактически она нам дана. Ну вот, хочется через ее спектр, через свойства ее спектра полностью все выразить. Опять-таки, пусть у нас B диагонализуемо. Тогда все вообще просто. То есть тогда существует какой-то базис B на EIT. Ну, собственно, такие аналогичные вычисления делались в предыдущем семестре, когда считался спектр вот оператора, вот так, супероператора вот такого вот. То есть если вот эта матрица имеет вот такой базис, то понятно, что B тензорно на единицу плюс и тензорно на b можно подействовать на базис EIT тензорно на EJIT. Тогда здесь лямбда EIT вылезет, а здесь вылезет лямбда JIT. Плюс лямбда EIT плюс лямбда JIT на EIT. И когда матрица не выражена, этих как раз у нас вот таких вот базисных элементов будет n квадрат, то есть как раз мы найдем полный набор собственных векторов для такой матрицы. Ну, то есть понятно, что спектр будет лямбда итая плюс лямбда житая. Соответственно, нужно потребовать, чтобы ре лямбда итая плюс лямбда житая были меньше нуля для любых и жи. И тогда и только тогда будет единственное стационарное состояние. Ну, стационарное, на которое будет при тесте стремящемся в бесконечности реально выходить система. Вот. Сейчас мы чуть-чуть, во-первых, поговорим про, что бывает, когда матрица не диагонализуема, а потом упростим вот для нашей специальной матрицы. Оказывается, вот это требование можно еще упростить. Во-первых, что нужно сказать про устойчивость даже вот уже исходной системы для первых моментов. В случае, когда у нас есть Жордановые блоки. Ну, для простоты давайте рассмотрим один Жордановый блок. То есть вот пусть у нас матрица вот такой вид имеет. Тогда e в степени b t есть e в степени лямбда t. Ну а здесь будут возникать
единицы, ну и мы, в принципе, в предыдущем семестре считали, здесь будет, здесь будут члены типа лямбда, а нет, без лямбда, просто t, дальше всякие члены типа t квадрат на 2 факториала и так далее, ну и так далее. Но смысл в том, что, опять-таки, будет затухать эта матрица или не будет, зависит целиком и полностью от свойств лямбды. То есть точно так же вот эта матрица будет затухать только тогда и только тогда, когда ре лямбда строго меньше нуля. Потому что если она больше нуля, то мы все равно получим экспоненциальный рост, и уж никакие полиномы там уже дальше не важны. Если ре лямбда строго равна нулю, то мы экспоненциального роста не получим, но будет какой-то линейный рост, во-первых, а во-вторых, уже появится как минимум один собственный вектор, который будет нарушать нам единственность стационарного состояния. Поэтому здесь, если мы рассматриваем недиагонализуемую матрицу, ничего не поменяется. Ну и здесь ничего не поменяется. Вот если мы будем считать, приведем к диагональной форме матрицу, то нам не важно на самом деле, что у нее над диагональю стоит. Нас будет интересовать только вот ее диагональный вид. То есть вот если b равно лямбда 1 и так далее, лямбда 2n, здесь 0, а здесь не важно, здесь верхний треугольный вид, это не очень важно. Почему не важно? Потому что на самом деле, если мы, известно из линейной алгебры, что что если мы привели матрицу к верхнему треугольному виду, ну понятно, что имеется в виду, опять-таки, подобно, то есть L на L минус 1. Если мы привели матрицу к верхнему треугольному виду, то вот здесь вот стоят как раз собственные числа. Поэтому дальше, если мы будем вот такие матрицы умножать, то есть B тензор на единицу плюс единица тензорно на b, то здесь что получится? Ну и дальше, опять-таки, используем все то же самое линейное преобразование, то что здесь получится? Когда мы вот эту штуку будем умножать на единицу, получится, что здесь будут стоять лямбда 1 и так далее, лямбда 1, здесь 2n штук раз, потом лямбда 2 и так далее, лямбда 2, 2n штук раз, это мы каждую, вот эту лямбда 1 тензорно умножили на единицу. Здесь останутся нули, а здесь какие-то элементы. Это вот я первую матрицу посчитал. b тензорно на i, а i тензорно на b, это наоборот. Это наоборот, мы... ну, у меня здесь не умещается. Давайте плюс. У меня здесь будет сначала стоять эта матрица лямбда 1 и так далее, лямбда 2n. Здесь 0, а здесь какие-то элементы. А здесь снова, так мы умножим ее на единицу, здесь снова будет лямбда 1 и так далее, лямбда 2n. И вот эта конструкция у нас будет 2n штук раз, вот эта серия повторяться. Вот. Ну и понятно, что вот вот мы должны умножить то, что, на то, что я стер лямбда тензорно на лямбда в степени минус 1. И я не буду переписывать эти эльки, напишу пропорционально, ну, в смысле, подобно вот с точностью до вот этого поворота. А здесь вот результат сложения.
Здесь получится, что мы лямбда 1 складываем с лямбда 2, в смысле с лямбда 1, потом лямбда 1 складываем с лямбда 2 и так далее. Лямбда 1 складываем с лямбда 2n. Это вот мы первый блок вот здесь вот, с первым блоком вот здесь сложили. Дальше мы лямбда 2 складываем с лямбда 1, ну и так далее. То есть опять-таки на диагонали возникнут лямбда итые плюс лямбда житые, независимо от того, диагонализуема матрица или нет. И опять-таки можно проверить, что это, ну, можно определить и прям характеристические многочлены посчитать и получить, что для вот таких вот верхнетреугольных матриц, и получится, что вот на диагонали как раз стоят собственные числа. Вот. Таким образом, наше требование и на недиагонализуемые матрицы обобщается. Сейчас в науке есть некоторый интерес к таким недиагонализуемым матрицам, связанным с явлением синхронизации. Вот. А что я еще хотел сказать? Ну и я хотел это просуммировать, наверное, в виде некоторого утверждения. Мне понадобится еще одно свойство. То есть мы сейчас поняли, что у нас стационарные... Стационарное состояние существует тогда и только тогда, когда ре лямбда ит плюс лямбда житы меньше нуля. А теперь уже перейдем к нашему конкретному, конкретной матрице. Вот для бозонов она имеет вот такой вид. Утверждение такое, что из свойства b равно b с тильдой, это вот можно просто проверить, поставив здесь тильду. Но действительно, если сюда ставим тильду, то есть, напоминаю, что это, тильда это умножение на e, b сопряженное и на e. Вот здесь вот мы проверяли когда-то, здесь знак меняется, минус g, и здесь знак поменяется на i, а h с тильдой равно h. Здесь знаки сократятся. Ну и здесь знак вот поменялся, а здесь при операции тильда гамма у нас транспонируется. Поэтому у нас у этой штуки тоже знак поменяется. Ну и в результате, если мы все посчитаем, то получим, что b равно b с тильдой. Ну а из этого следует, это просто вещественность в некотором смысле. И, как известно, для вещественных матриц у нее комплексные с ненулевой мнимой частью собственные значения ходят парами, а именно если лямбда ита собственное значение b, из этого следует, что лямбда ита с чертой, ну то есть комплексно сопряженное, тоже собственное значение b. Ну это можно и в лоб доказать, потому что вот пусть у нас это какой-то есть какой-то собственный вектор, да, ну тогда мы знаем, что b равно b с тильдой, поэтому получаем e на b, здесь сопряженное на e на b ита равно лямбда ита b ита, ну умножаем на e и сопрягаем, получаем b на e на v ита сопряженное равно лямбда ита сопряженное на b, ну, на e на v ита. Вот. Поэтому получили, что сопряженное тоже. Вот. Получили, что мы нашли собственный вектор e v ита собственным, как раз собственным значением e v ита сопряженное, это собственный вектор с собственным, ну и у его собственное значение лямбда ита сопряженное. Вот.
Поэтому оказывается, что можно сделать следующее. Что если у нас то есть нам для устойчивости там первых моментов для независимости распределения на бесконечности от начальных условий требовалось, чтобы лямбда итых были меньше нуля. Более того, даже если бы мы этого не требовали, то вот среди, так как у него среди собственных значений есть и лямбда итые, и лямбда житые, если мы просто хотели потребовать, чтобы ре лямбда итые плюс лямбда житые были меньше нуля, то тут тоже все равно есть такие лямбда итые, есть среди этих лямбда житых, есть лямбда итые сопряженные. Ну и требование того, что ре от него меньше нуля, это просто требование того, что два удвоенные вещественная часть или просто вещественная часть лямбда итого строго меньше нуля. Вот. То есть даже если бы мы не хотели заботиться о выходе на стационарное значение первых моментов, то все равно мы здесь вот обязаны были бы позаботиться о том, чтобы автоматически должны были потребовать ре лямбда итое меньше нуля. Вот. Поэтому и более того, а если ре лямбда итая меньше нуля, то складывая ре лямбда итая меньше нуля плюс ре лямбда житая меньше нуля, мы получаем вот это выражение. Поэтому на самом деле вот это вот требование ре лямбда итая меньше нуля, оно является необходимым и достаточным. Причем как для выхода на стационарные значения первых моментов, так и вторых. Вот. Ну и давайте все-таки это уже просуммируем в виде утверждения. То есть если матрица B равная G и H с гамма транспонированная минус гамма пополам имеет только собственные значения с отрицательными вещественными частями, то есть имеет только лямбда итые такие, что ре лямбда итые меньше нуля, тогда и только тогда существует, важно, что единственное. Если мы не требовали единственности, то мы должны были здесь написать меньшее равно. Существует и единственное предельное состояние, в данном случае мы о динамике гауссовских состояний говорим, но в принципе и в общем случае это верно. Такое, что его момент равен минус единица на g и h плюс гамма транспонированная минус гамма пополам на g и f. А вот эта c бесконечность, во-первых, c бесконечность можно описать как решение, то есть даже вот c бесконечность можно по аналогии записать как решение уравнения Ляпунова. C
плюс бесконечность. Ну, то есть как стационарное решение уравнения непрямого. G гамма плюс гамма транспонированная пополам на G равно нулю. Но можно и с другой стороны, у нас были вот там различные представления для нашего уравнения. Иногда удобно для некоторых аналитических соображений еще вот такое представление, как предел интеграла от нуля до t, e в степени бета-штрих, g на гамма плюс гамма транспонированная пополам на g на e в степени бета-транспонированная t-штрих до t-штрих. Вот. Ну или можно было просто как интеграл от нуля до плюс бесконечности, но важно, что в данном случае он сходится. Вот. Ну и давайте применим наш анализ. Ну вот к той матрице, которую я уже тут какой-то на позапрошлом занятии выписывал. А именно трехмодовый случай. У нас вот был выписан некоторый гамильтониан, но я выпишу не гамильтониан, а сразу матрицу B. То есть вот было минус гамма, здесь нули, 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 нули. Вот ноль. Бета-1, ноль, ноль. Бета-2, ноль, ноль. Здесь ноль, бета-1, ноль, бета-2, ноль, бета-2, ноль. Минус μ1 пополам, ноль, ноль, минус μ2 пополам, минус гамма, гамма, ноль, минус μ3 пополам. Ну вот, в работах Анатолия Степановича Чиркина без диссипации анализировалась ситуация, ну, на обратное выходу на стационарное состояние, а именно когда вот среди собственных чисел есть такие собственные значения, что реэль лямбда строго больше нуля. И, то есть есть экспоненциальный рост. Это интерпретировалось как эффективная передача энергии, а именно тот гамильтониан, который вот здесь зашифрован и когда-то, который я явно писал, он описывает ситуацию, когда у нас есть накачка классическим электромагнитным полем, который мы считаем неистощающимся, и в нелинейном фотонном кристалле вот рождаются такие квантовые, за счет нелинейного процесса рождаются квантовые моды. Вот интересно для начала вообще, как бы будут они их интенсивность. Их интенсивность, я напоминаю, зашифрована у нас в матрице вторых моментов, вообще говоря. Будет их интенсивность экспоненциально расти, или же она, наоборот, будет экспоненциально затухать. Вот, но это было проанализировано просто вот явным взятием вот этой экспоненты в случае, когда мю... А, вот здесь вот я какие-то двойки забыл, да? Когда эти мю равны нулю. Вот в случае, когда мю не равны нулю, на самом деле сильно усложняются вид решений, просто потому что для них уже нет каких-то очень простых формул. Потому что, вообще говоря, получается кубическое уравнение общего вида. Но, тем не менее, можно выписать характеристическое уравнение, а дальше воспользоваться теми или иными критериями устойчивости этих уравнений, линейных уравнений, что то же самое, критериями локализации собственных значений. А в частности, критерием Рауса-Гурвица.
ну, вот, про который можно подробнее почитать, например, в книжке Гантмахера по теории матриц. Вот, ну давайте для этой, для начала, ну вот понятно, чтобы отклассифицировать, будет у нас экспоненциальный рост или будет там выход на стационарное значение, ну нам достаточно вот только собственные числа вот этой матрицы анализировать и больше ничего. Поэтому выпишем характеристический многочлен. Вот он будет иметь вот такой вид. 1 плюс μ2 плюс μ3 пополам лямбда в квадрате плюс гамма в квадрате минус бета 1 в квадрате минус бета 2 в квадрате плюс μ1, μ2, ну все возможные комбинации, μ1, μ3 плюс μ2, μ3 делить на 4 на лямбда плюс, вот хорошо, что у меня еще какое-то место осталось, здесь еще не все. Сейчас, аккуратно. Лямбда в кубе. Сейчас плюс гамма в квадрате μ2 минус бета 2 в квадрате μ1 минус бета 1 в квадрате μ3 плюс μ1 μ2 μ3 делить на 8. Подробно эти формулы можно в моей диссертации, например, найти. Вот. То есть, ну понятно, что у нас матрица 6 на 6, и у нее характеристический многочлен в шестой степени, но благо у нас все-таки получилось такой бикуби, или как это называется, ну просто квадрат кубического многочлена. Поэтому на самом деле к кубическому уравнению все сведется, но все равно явное выражение, через, ну вот, которое в Википедии можно найти через, через коэффициенты кубического многочлена его решений, оно ну, весьма многоэтажное. И здесь вот, в общем случае никаких упрощений сделать нельзя. Если μ1, μ2 и μ3, ну, это то, как у нас затухают эти моды, они произвольные. Но оказывается, что всегда можно локализацию корней, то есть написать условия, когда вот вещественные числа, ну вот давайте, есть выход на стационарные значения, когда, когда все лямбда иты меньше нуля, можно такое условие записать всегда в терминах полиномов от коэффициентов этого многочлена. То есть не придется искать никакие корни, чтобы написать эти условия. Ну, делается с помощью так называемого критерия Рауса-Гурвица. Ну, вот в данном случае, здесь я как-то явно общий вид его писать не буду, а напишу, к чему он сведется вот в этой ситуации. А именно, вот условием того, что у нас всегда будет независимо от начальных условий стационарное состояние, будет μ1 плюс μ2 плюс μ3 пополам на гамма в квадрате минус бета 1 в квадрате минус бета 2 в квадрате плюс μ1 μ2 плюс μ2 на μ3 плюс μ3 на μ1 на 4. И эта штука должна быть больше, чем гамма в квадрате μ2 минус бета 2 в квадрате минус бета 1 в квадрате μ3 поделим пополам плюс μ1, μ2, μ3. Ну, видно, что это неравенство фактически для каких-то не очень сложных функций от коэффициентов этого многочлена. Вот они, собственно, здесь все и возникли. То есть, ну вот мы выписали для данной задачи условия такого вот независимого от начальных условий стационарного состояния. Ну, с точки зрения вот работ вот по квантовой оптике
Чиркина. И дальше вот то, что было продолжено там Тимуром Тличевым. Вот был, интересно было, интересен был вопрос эффективной передачи энергии. То есть, когда наоборот, лямбда иты не все меньше нуля, а есть хотя бы, ну тут вот легко понять, во-первых, что лямбда 1 плюс лямбда 2 плюс лямбда 3 равно минус мю 1 плюс мю 2 плюс мю 3 пополам. Это просто следствие обобщенной теоремы Виета. Поэтому если у нас есть диссипация, то эта штука строго меньше нуля, поэтому хотя бы один корень всегда будет отрицательный. Но нам, но в принципе, хотя бы один положительный корень нам, в принципе, приведет к тому, что среди вот экспонент, ну, при достаточно общего положения начальных условиях, будет наблюдаться экспоненциальный рост, потому что если у нас там динамика типа e в степени лямбда и t на t, лямбда 1 на t плюс e в степени лямбда 2 на t плюс e в степени лямбда 3 на t и так далее, ну, если у нас достаточно общего вида начальные условия, то здесь будут какие-то коэффициенты. И если хотя и все при вот про общий вид я говорю, что в том смысле, что все они в ситуации общего положения будут не нулевыми. Ну и тогда экспоненциальный, если хотя бы одна из этих экспонент растет, то все выражение будет экспоненциально расти. Ну вот оказывается, что что вот такое условие можно записать так, что если либо вот здесь стоит меньше равно нуля, либо здесь стоит меньше нуля, сейчас, наоборот, вот так. Если здесь меньше нуля, либо здесь меньше равно нуля, ну, то есть фактически нужно обратить, но нужно обратить это наше условие, то есть хотя бы одно из них должно нарушиться, либо вот это, либо вот это утверждение. Но давайте так. То есть, нет, более аккуратно надо сказать, что критерий того, что у нас ре лямбда существует, и лямбда, ну, такое ре лямбда и т, что оно больше и равно нуля, то есть либо есть экспоненциальный рост, либо выход на стационарное состояние, это просто отмена вот этого условия. То есть либо вот здесь вот должно быть нарушено условие, либо вот здесь вот должно быть нарушено условие. Но оказывается, что если мы хотим, чтобы было ре лямбда и т было строго больше нуля, то кроме того, что одно из этих условий должно быть нарушено, то есть должно быть, нужно еще потребовать чтобы здесь вот в этом условии не было равенства. То есть вот это условие может полностью нарушиться, а вот это условие может нарушиться вот только вот таким вот способом. Вот если хотя бы одно из них вот так нарушилось, то будет хотя бы одно лямбда и т строго больше нуля. Ну и давайте теперь
И давайте теперь, ну что ли, сделаем такой трюк. То есть здесь на самом деле есть некоторый нюанс, связанный вот с предельным переходом к нет, все-таки вот здесь вот должно быть вот так, а здесь вот строго меньше, да, извините, вот так вот должно быть. И здесь есть некоторый нюанс, связанный с предельным переходом. То есть чтобы получить случай мю, вот, который рассматривался в обратимом случае, будем считать мю 1 равно мю 2 равно мю 3 равно мю, и это будем стремить к нулю с положительной стороны, потому что у меня с мю 1, мю 2 и мю 3 положительные. Но тогда вот что получится, что вот это неравенство, вот это не, неравенство будет выглядеть вот, ну то есть у нас будут вот такие величины, 3 вторых мю, ну а здесь члены более высокого порядка по мю на гамма в квадрате минус бета 1 в квадрате минус бета 2 в квадрате. Это должно быть ну, меньше, чем мю пополам на гамма в квадрате минус бета 1 в квадрате минус бета 2 в квадрате. И это должно быть меньше нуля. Ну, нам на самом деле достаточно, чтобы хотя бы одно из них не выполнилось, ну, при мю, стремящемся к нулю. Но вот мы, чтобы вот аккуратно сделать переход, мы сократим сократим на мю и получим, что на самом деле все эти неравенства сводятся к тому, чтобы вот, если мы хотим нарушение вот этого неравенства получить, то мы должны потребовать, чтобы вот это выражение было больше, меньше нуля. Ну и это ровно то условие, которое было получено у Анатолия Степановича. Ну более того, на самом деле случаи, когда μ1, μ2 и μ3 равны μ, даже без предела можно... Ну вот мы на самом деле получили общие условия. А в случае, когда μ1 равно μ2 равно μ3 равно μ, можно на самом деле явно рассмотреть. В данном случае можно решить это характеристическое уравнение, ну не это, а которое я уже стер, характеристическое уравнение явно. То есть если мы будем такую равномерную диссипацию рассматривать, то есть когда у нас все моды с одинаковой интенсивностью взаимодействуют с резервуаром и с одинаковой интенсивностью затухают, тогда получится, что вот такие собственные числа, минус мю пополам плюс минус корень из бета 1 в квадрате плюс бета 2 в квадрате минус гамма в квадрате, а здесь лямбда 3 равный минус мю пополам. Ну и видно, опять-таки, что вот при этом самом условии
Ну как его можно записать? А, ну можно, более того, можно обобщить вот это условие, что понятно, что если у нас вот эта штука вообще меньше нуля, то у нас будут вот здесь будет осцилляция, а здесь вещественная часть будет просто мю пополам, минус мю пополам, и все вещественные части будут строго отрицательные. И нас это не интересует, потому что будет все время затухание. А если мы хотим, чтобы был хотя бы один положительный корень, то мы, во-первых, должны потребовать, чтобы вот эта штука была положительной. Но все равно этого еще может быть недостаточно, а нам нужно потребовать, чтобы она была не просто... Ну, понятно, что корень, если мы все равно здесь выберем знак минус, то это будет еще меньше, чем минус мю пополам, это снова все будет отрицательно, и поэтому это будет все равно отрицательный корень, а единственный положительный корень может возникнуть, когда мы здесь выбрали знак плюс, то есть бета 1 плюс бета 2 в квадрате, минус гамма в квадрате больше, чем мю пополам должно быть. Ну и тогда нужно потребовать, вот обобщением того условия теперь для мю не равного нулю, то есть при наличии диссипации, условия эффективной передачи энергии, то есть наличие экспоненциально растущих решений нашего уравнения Ляпунова и уравнения для первых моментов, а следовательно, если уравнение Ляпунова, это уравнение для матрицы ковариаций, в котором стоят в том числе, ну, допустим, первые моменты равны нулю, тогда у нас там как раз, грубо говоря, в частности стоят выражения типа А, И, Т, ну, вот в этой матрице содержится, ну, если она симметризованная, то в ней содержится АИТ и крест плюс АИТ и крест АИТ. Ну там, пополам. Ну и понятно, что, ну, после того, как мы нормально упорядочим, это будут, ну, с точностью до линейных преобразований, это будут интенсивности поля, и, соответственно, экспоненциальный рост вот этих вот решений сводится к экспоненциальному росту вот этих вот средних, то есть интенсивностей. Ну и вот мы получили такое обобщение на диссипативный случай вот тех условий, которые были ранее получены в работах Чиркина для случая без диссипации. Ну вот если равномерная диссипация, то вот условие выписано. А если мы хотим неравномерную диссипацию, то вот нужны те более сложные условия, когда мю 1, мю 2, мю 3, когда одно из неравенств нарушается, но так опять-таки мы можем с помощью вот тех формул построить явные какие-нибудь графики по параметрам мю 1, мю 2, мю 3, например, ну, описав те или иные области параметров, где эти условия у нас нарушены. Вот. Ну, там нужно несколько более аккуратно смотреть, вот, когда там больше, когда больше равно, в силу того, что там могут быть нулевые корни, но в целом это какое-то, на этих вот графиках будут какие-то границы меры нуль, ну а понятно, в них физически сложно, ну, физически мы должны от них держаться далеко, а вот когда оба неравенства там будут, ну, хотя бы одно из неравенств будет строго нарушаться, то это будет вот внутренняя часть этой области. Вот, и в ней будет заведомо будет экспоненциальный рост. То есть, в общем,
Вот у нас выписаны все условия для диссипативного случая. Ну и решение тогда, в общем-то, вот понятно, что если вот в этом простом случае решение легко, опять-таки, вот если посмотреть на решение для унитарной эволюции, вот просто видно, что GT в данном случае, так здесь везде минус мю пополам вылезает один и тот же, то получится, что это будет минус мю пополам на t на e в степени и g h t. То есть в случае равномерной диссипации все совсем просто. Нужно просто перед всеми теми синусами и косинусами, которые при решении унитарной задачи возникают, нужно просто везде поставить e в степени минус мю пополам t. Ну и получится, ну если мы хотим задать динамику первых моментов, ну и для динамики вторых моментов есть теперь минус μt. Ну и мы получим, в общем, почти в уме, если у нас есть решение задачи без диссипации, решение вот задачи такой равномерной диссипации. Ну и это такой совсем дешевый способ делать из задачи без диссипации задачи с равномерной диссипации. Часто вот в физической литературе просто какие-то такие затухающие факторы руками уже в готовые полученные решения диссипативных задач, не диссипативных задач вводят, и это, в общем, действительно вот можно такими выкладками на самом деле обосновать уже задним числом. Вот. О чем я еще хотел поговорить? Я хотел поговорить о еще некоторых точно решаемых задачах, но которыми я сейчас вот активно интересуюсь, а именно вот здесь мы видели, что основной наблюдаемой там была интенсивность, ну то есть фактически там корреляционная функция. Ну в смысле, не корреляционная функция, а матрица ковариаций. Матрица вторых моментов. Ну и вот можно задаться вопросами динамики, когда, ну вот у нас вот уже есть тут на примере гауссовской динамики случай, когда когда динамика определяется линейными уравнениями для там первых и вторых моментов, то есть ну, можно вот аналогичные какие-то задачи ставить, чтобы у нас были какие-то простые линейные уравнения для моментов вот каких-то первых порядков, ну или вообще просто для конечных наборов моментов. То есть в этом случае, ну вот сейчас я приведу пример, когда явное решение, ну так вот, строго говоря, не переходя к каким-то, ну, рядам и так далее, просто в виде формулы аналитически выписать не так просто может быть, а при этом динамика момента очень простая. Ну а именно я хочу рассмотреть такого, то, что я буду называть уравнение ГКСЛ для пуассоновских скачков. А именно я рассмотрю уравнение вот такого вида, где лямбда от ро и сумма по k маленькая от нуля, от единицы до k большого, ну вот у меня, к сожалению, они путаются, от k маленького до k большого, лямбда kt у kt ро у kt крест минус ро, и здесь лямбда kt строго больше нуля, строго больше нуля. Где у kt, ну и я буду рассматривать, ну как это связано с предыдущим, я буду рассматривать, когда у меня у kt, ну вот в наших предыдущих обозначениях, это унитарные операторы с квадратичными генераторами. То есть они имеют вот такой вид. Ну вот А это все те же столбцы из операторов рождения и уничтожения. HKT, ну чтобы у нас экспоненту, ну вот, точнее,
То, что без и стоит в экспоненте, было самосопряженно, мы это уже с этим встречались. Ну вот, симметричность в случае бозонном не ограничивает общности. А, то, что я должен был сказать, что при уравнении Липунова и при исследовании устойчивости, понятно, что и для фермионов там то же самое все можно написать. Поэтому это я уж оставлю, там можно в моей диссертации, например, посмотреть. Ну, в общем-то, все аналогично. Мы, по сути, для фермионов там просто другие b и матрица антиковариации вместо матрицы ковариации, а утверждение, по сути, будет то же самое. Вот, что я хотел сделать? Я хочу рассматривать вот такое уравнение, почему, причем здесь пуассоновские скачки. Ну вот, я поясню в простейшем. Ну, во-первых, ну, мы до некоторой степени об этом говорили в предыдущем семестре, но давайте это еще раз подчеркнем, что если мы рассматриваем пуассоновский случайный процесс, и усредняем такую унитарную динамику в соответствии, ну, где в качестве, ну, вот если у нас была унитарная динамика просто, здесь было бы u в степени t, ну, где u вот такой оператор. Тогда у нас была бы просто унитарная динамика вот с таким вот гамильтонианом. А здесь мы усредняем, усредним по пуассоновскому процессу унитарную динамику. То есть кси t управляется пуассоновским процессом. Ну, понятно, что это будет сумма по m, лямбда t в степени m, e в степени минус лямбда t, делить на m факториал, на u в степени m, ρ, u крест в степени m. Ну и дальше мы получаем, очевидно, суммируя этот ряд, e в степени лямбда u, точка u крест минус i на t на ρ. Вот. Ну и после этого легко понять, что вот если вот так вот у нас задается эволюция, то dρ по dt как раз равно лямбда на u ρ u крест минус ρ. Ну, а то, что у меня написано фактически вот такое обобщение данного выражения. Вот при чем здесь унитарные скачки. Вот. Ну и на самом деле можно явно посчитать, оказывается, динамику моментов в таком случае. Ну а именно, ну вот если это у нас генератор L от ρ, то тоже напишем динамику, как у нас и было в представлении, ну, аналогично тому, как мы делали в случае квадратичных генераторов в представлении, когда мы решали уравнение представления Гейзенберга и усредняли их. Ну, то же самое сделаем. То есть здесь напишем лямбда со звездой от x. Ну, мы это много раз делали. Мы знаем, что нужно здесь просто кресты поставить. Ну, и лямбда каты у меня, я напоминаю, это положительные вещественные числа. Тогда получится, что лямбда сопряженная от x — это ук крест x на ук минус
x. Вот. Ну и дальше легко понять, что у k если мы сюда подставим, ну давайте вычислим тогда. Теперь лямбда, ну это вот у меня была какая-то лемма в статье, это какая-то первая лемма, это какая-то вот вторая лемма. Теперь рассмотрим такие произвольные, вообще говоря, моменты. То есть я буду даже не просто А, как я брал А и А на А транспонированное, а я буду брать тензорное произведение вот таких вот матриц. Матриц, в смысле, векторов, состоящих из операторов рождения и уничтожения. Ну что это значит? Это очень просто. Это значит, ну, я буду просто вот какие-то элементы у нее, это будут какие-то, ну, А и 1, и так далее, А и МТ. То есть я буду такой, ну, мультитензор, то есть матрицу с М индексами, элементами, которые являются вот произведения, все возможные произведения операторов из этого столбца. Понятно, что у меня на самом деле здесь за счет того, что, ну вот когда и1 меняется от 1 до n, как всегда, у меня будут здесь операторы рождения входить, а после будут операторы уничтожения, то есть здесь, вообще говоря, все возможные комбинации операторов рождение и уничтожение порядка m стоят вот в таком тензоре. Ну и легко понять, что вот если это вычислить, то получится сумма по k от единицы до k большого лямбда k на u k крест. Тензорное произведение по m от единицы до m большого a на uk минус тензорно m от единицы до m большого на a. Вот так. Это мы просто подставили. Ну а дальше унитарные операторы тем хороши, что они, как я уже много раз говорил, что для унитарных операторов верно вот такое. Ну, соответственно, если мы продолжим это равенство, то получится, что лямбда катая сумма по k от единицы до k большого. Здесь это тензорно будут теперь перемножаться от m до единицы до m большого. Ну вот члены как раз, на которые мы подействовали унитарными обкладками. У k, ну минус тензорно m от единицы до m большого a. Ну и дальше. А как на одну такую штуку мы знаем, как оно действует, ну, с учетом явного вида того, что это квадратичная унитарная эволюция, это будет иметь вид sk на a, где sk, очевидно, это e в степени и же hk, но вот по тем формулам, которые мы для там, унитарной эволюции до этого писали, ну или
для формул, когда мы оборачивали экспонентами линейные формы. Ну или как частный случай можно нашей, как случай неунитарной динамики получить вот такую унитарную, положив диссипатор равный нулю. Вот. Итак. В результате у нас будет сумма по k от единицы до k, lkt. Здесь тензорное произведение по m от единицы до m skt минус i. Ну и там уже будет, соответственно, единичная матрица 2n в степени m, когда... Потому что каждый 2n-мерный вектор, ну и их там m штук. А здесь тензорная m от единицы до m на a. Вот. То есть мы получили, опять-таки, вот аналогичное тому, что утверждение тому, ну, той лемме, которая у нас была для квадратичных генераторов, как действуют они на моменты первого и второго порядка. Здесь мы, в принципе, на моменты произвольного порядка даже получили явное выражение. А дальше можно сделать следующее. Дальше уже, чтобы нам прийти к явному решению, которое я позже в виде теоремы сформулирую, ну, теперь нам нужно усреднить вот это выражение. То есть что мы получили? Мы получили, что вот это лямбда со звездой лямбда со звездой от вот этой штуки, ну или что то же самое, это в представлении Гейзенберга мы получим, что это d по dt от тензорного произведения m от единицы до m на a. Ну или можно это тоже усреднить. Вот поставим здесь какие-то средние. Ну и решим, это просто система линейных дифференциальных уравнений. Ну, кстати, точно так же, как там, мы могли бы рассматривать не только уравнения с постоянными коэффициентами, но и уравнения с коэффициентами, зависящими от времени. Причем, вот, если бы даже ашкаты зависели от времени, то вот эти унитарные преобразования на самом деле сводятся именно вот к такой взятию просто экспоненты от ашкатых от t, а не взятию t-экспоненты. Вот этот момент здесь я хотел подчеркнуть. Вот. А такую t-экспоненту, то есть уже дифференциальное уравнение, нужно было бы решать вот для моментов m-того порядка. Ну, для простоты рассмотрим все-таки случай, когда у нас все зависит, не зависит от времени явно, но тогда прям мы вот явную динамику моментов произвольного порядка и найдем. То есть получится просто экспонента от вот этой вот большой матрицы. Сумма по k от единицы до k большой, лямбда k t. Здесь тензорное произведение по m от единицы до m большой, s k t минус i. Ну и все вот это умножится на t. Ну и на начальный момент. То есть это момент времени t, а это момент тот же самый, того же порядка. Понятно, что если бы у нас были не только во-первых, это решение, ну, в смысле, это можно даже как вот эту штуку уже сформулировать как некоторую теорему. То есть мы явно получили динамику произвольных моментов произвольного порядка для вот такого уравнения Линдблада, что уже по себе интересно, то есть мы точно решаемую модель какую-то получили. А второе, что нужно отметить, что, ну вот если бы у нас здесь были не только в экспоненте, не только квадратичные члены, вот где здесь у меня определение укатов, вот в укатах у меня в экспоненте были не только квадратичные члены, но и линейные, то вообще говоря, вот здесь было бы не только skt a, но плюс еще какая-то неоднородность. И тогда вот здесь бы у нас получились выражения не только через моменты m-того порядка, но и моментов меньших порядков. И тут в диффурах мы бы получили уравнение, ну, то есть в уравнение второго порядка входили бы
ну, уравнение первого порядка было бы замкнуто для себя, уравнение второго порядка выражалось, то есть производное там от моментов там m-того порядка, оно выражалось бы как какую-то, как какая-то сумма моментов, ну вот по всем порядкам, ну как каких-то вот l-том порядкам, которые пробегают от единицы до m. То есть, вообще говоря, все моменты, но только меньших порядков. То есть понятно, что в принципе, ну, по крайней мере, формально, если бы здесь был ряд, бесконечный, то есть если бы у нас всегда здесь входили моменты произвольных порядков, то это как низших, так и высших, то это нет никакой победы. Это мы просто изначально динамику там, бесконечно мерном Гильбертовом пространстве, вот как в другом формате, но опять как систему бесконечного набора уравнений переписали. Но здесь победа в том, что в этом случае мы получили выражение только через моменты того же порядка, что вот здесь мы получим через моменты младших порядков. То есть всегда, чтобы получить какой-то конечный момент, нам всегда нужно будет решить набор конечного числа обыкновенных дифференциальных уравнений, что уже, ну, проще, чем бесконечное решать, и всегда может там на компьютере, по крайней мере, быть сделано. Ну и анализировать это иногда проще, чем бесконечно мерные уравнения. Ну и это можно как бы назвать вот такой, что ли, таким, ну, что ли, бытовым каким-то решением, определением, таким эмпирическим определением, что ли, точной решаемости. То есть точная решаемость — это когда у нас была исходная модель бесконечно мерная, но она выразилась через, ну, диффур, уравнение Либл — это диффур, ну вот такой вот случай неограниченного пространства, но бесконечного, с бесконечным набором переменных, когда он фактически, мы, по крайней мере, для каких-то объектов получили диффур конечного порядка. То есть когда мы некоторые интересующие нас величины посчитали с помощью конечно мерных диффуров, ну вот это говорит о в некотором смысле точной решаемости. То есть, ну, в том смысле, что, ну, более-менее уравнения конечного порядка дифференциальные точно решаются. Вот. Что я здесь хотел сказать? Ну, давайте опять вернемся вот к случаю, когда лямбда у нас только одно. Вот как бы такой второй важный комментарий здесь, что... Понятно, что вот это вот взятие от ожидания по кси, t, это линейная операция, и в частности характеристическая функция может быть, ну, оно определяется через матрицу плотности тоже с помощью интегрального преобразования, которое является линейным. Ну, там, не интегрального, а взятие следа и умножение на вейлевские операторы. Такая операция по матрице плотности является линейным, и мат ожидания является по матрице плотности линейным. Поэтому, чтобы посчитать, вот как здесь будет от времени зависеть характеристическая функция, ну, можно с... Можно взять просто, опять-таки, то, как зависит унитарную динамику. То есть, в случае унитарной динамики у нас, понятно, характеристическая функция — это минус 1 вторая, ну, мы писали эти уравнения. Ну, для простоты возьмем начальное гауссовское состояние. Тогда вот в случае унитарной динамики, без всяких вот этих вот скачков, просто с каким-то одним гамильтонианом, то есть у нас опять один только гамильтониан h и одно только лямбда. Тогда у нас вот с каким-то гамильтонианом h унитарная динамика будет иметь вот такой вид. E в степени...
Е в степени... Ну... И же H. И же H на Е в степени... минус и hgt на c нулевое, на какое-то c нулевое. Ну вот это если бы у нас была бы просто, ну то есть вот мы просто рассматривали бы вот такое уравнение dρ по dt равно минус и h минус а транспонированное h 1 вторая ha и ρ, и поставили в начальный момент гауссовское начальное условие. Тогда бы у нас, что было бы? У нас тогда бы, ну, я напоминаю, характеристическая функция у нас вот в моих обозначениях имеет вид вот такой. Ну, пусть у нас нету для простоты нулевое среднее у нас. Ну, в любой момент оно имеет вид ct. Ну, и для ct мы получали, ну, вот, выражение для его унитарной динамики и же ht c0 на e в степени минус и hgt, да? А теперь мы возьмем и по усредним, то есть если мы хотим получить усреднение этой унитарной динамики по пуассоновскому случайному процессу, ну это то же самое, что ее и построить, и в соответствии ей поставить характеристическую функцию. Это значит, нужно вот эту штуку здесь вместо ct поставить тоже к ct, и здесь взять массу ожидания по к ct. Ну и вот и тогда мы получим вот как раз характеристическую функцию вот эту. Ну вот это я начал выписывать. Вот у меня пуассоновский процесс, поэтому, ну давайте, да, давайте, нет. Ну, вот что у меня пока получилось. Здесь я должен поставить к ct, здесь поставить к ct. Да? Ну, здесь я слишком тогда сильно размахнулся. То есть вот тогда явное выражение для характеристической функции. Вот уже вот, вот это, вот это. Вот такой матрицы плотности ρt. И давайте явно вот для такого исходного гауссовского исходного гауссовского состояния получим его динамику. Получится если мы явно усредним, то получится сумма по m от 0 до плюс бесконечности лямбда t в степени m на m факториал на e в степени минус 1 вторая z транспонированная e в степени, давайте, i g h m c0 на e в степени минус i h g m. Ну, где вот m это никакое не среднее, не матрица центральных моментов, а число целое от нуля до бесконечности. Вот. Ну, вот так, ну, я, может быть, плохо написал z. В общем, все вот это находится в экспоненте. Вот даже со знаком минус, все это находится в экспоненте. Вот. И что отсюда можно увидеть? Что при такой динамике, ну, во-первых, вот в общем случае этот ряд, ну, не факт, что мы сможем как-то в одну аналитическую формулу свернуть. И видно, что гауссовские, вот изначальное гауссовское решение, ну какое, гауссовское состояние, ну вот его характеристическая функция, понятно, в начальный момент времени, если мы t стремимся к нулю, то вылезает только соответствующий нулю член, то получится e в степени z, t это характеристическая функция при t равном нулю. То есть вот начальное
гауссовское состояние, оно, в отличие от случая квадратичного генератора, оно не перешло снова в гауссовское состояние. Оно перешло в такую выпуклую комбинацию гауссовских состояний, причем, вообще говоря, в бесконечную выпуклую комбинацию. Что на самом деле уже такая достаточно общего вида конструкция. То есть у нас, грубо говоря, схематично это можно записать так, то, что произошло. То есть получилось, что Гаусс перешел в какую-то сумму по итах на какие-то иты и Гауссы. То есть эта эволюция, как таковые гауссовские состояния, не переводит в гауссовские состояния, но переводит такие вот зато переводит вот такие выпуклые комбинации. В основу выпуклые комбинации. То есть мы случайный процесс, что ли, на гауссовских состояниях получили. Вот. Но что я этим хотел подчеркнуть, что все-таки Гаусс в Гаусс оно уже не переводит, и в этом смысле уже таких вот простого гауссовского решения у нас не будет. И понятно, что в виде каких-то рядов мы всегда можем, там просто разлагая, например, экспоненту в ряд, мы всегда можем решение представить в виде ряда. Поэтому то, что мы в виде ряда представили, это нельзя считать, что это аналитическое решение, задача. По крайней мере, пока мы какие-то не научились эффективно там его свойства исследовать. То есть, вообще говоря, в еще более это каких-то общих случаях у нас могут быть ситуации, когда мы фактически никакой явной динамики для состояний найти не можем. Но при этом динамика в произвольных моментах произвольного порядка, то есть, например, каких-нибудь там интенсивностей, там флуктуаций, относительных флуктуаций, интенсивностей, всяких там корреляционных функций, все это, вот эта динамика будет иметь очень простой вид. Она может быть посчитана очень-очень-очень простыми способами. Что на самом деле, мне кажется, интересно, что вообще такие задачи существуют, и вот можно их изучать. То есть с точки зрения физики, возможно, нам не нужно ставить цель, кровь из носа, найти именно решение это аналитически, например, там, для матрицы плотности, аналитически для характеристических функций, для там, функций там, Хушими, либо Глаубера и так далее. А нас потому что может легко оказаться, что для них каких-то очень простых аналитических формул нет, а при этом аналитические формулы для, или, по крайней мере, уравнения для моментов конечного порядка, они очень простые. То есть, вообще говоря, экспоненты от матриц конечных порядков взять на компьютере — это очень просто. Поэтому и именно моменты нас, как правило, с точки зрения физики или там какие-то корреляционные функции, на самом деле нас интересуют, а не сами явные решения. Хотя в задачах томографии нас как раз бывает и обратно, когда у нас есть доступ непосредственно к явному решению. Но зачастую мы только какие-то конечные моменты можем мерить, а все остальное мерить не можем. Поэтому, возможно, одно из исследований. Из возможных направлений дальнейшего исследования, оно такое. Наверное, на сегодня я хотел бы остановиться, а в следующий раз я бы хотел обсудить нелинейные марковские уравнения. Это тоже очень интересная область, потому что здесь, по сути, очень немного статей существует, и здесь мало пока что сделано. В следующий раз тогда про нелинейные марковские уравнения.